Так, всем привет! Сегодня видео я покажу вам. Купил я на Озоне стабилизатор. Ну, в принципе, обычная селфи-палка. Сейчас разверну, посмотрим, что там пришло. Кстати, я давно все как-то не мог забрать. У меня уже завтра все. Если бы я завтра не забрал бы, то она бы вернулась обратно на склад. Поэтому... Вообще коробочка маленькая. Так, я уже открыл. Всего-то. А вот смотрите какая. Она даже как стойка, ее можно использовать. У меня вот эта одна стойка, на которую я вам снимаю. Так, а здесь она еще как-то... А, по высоте она, в принципе, одинаковая, вот она. Но она как-то фиксируется. О! Вообще отлично, видите? Видимо, я реально становлюсь настоящим блогером. Ну, я, знаете, так особо тоже слишком дорогой не стал ничего брать. Вот что взял, то взял. Здесь она, сейчас я почитаю, как-то она еще включается. Вот она, кнопка. Не знаю, видно вам будет, нет? А ее, кстати, можно как большую стойку использовать. Вообще отлично. О, о, видите как? Это у меня будет как одна маленькая стойка, а это будет большая. А во. Вот тут, кстати, и снизу. О, отлично. О, видите, свет, друзья, она со светом, вообще отлично, слушайте, здорово. Она стоит вообще действительно, то есть сколько-то там рублей, 400 чем-то рублей заплатил за нее, и все. Я особо не стал заморачиваться, потому что, знаете, если идти где-то в магазине смотреть, то это будет намного дороже стоить. Так, ладно. Почитаю, как этим пультом пользоваться. И я надеюсь, видео мои будут еще более качественными. Так, дальше. У нас на улице просто жара. Просто жара. Завтра обещают вечером ливень. Слава богу, потому что действительно осадков давно не было. Просто много-много тополиного пуха. То есть я вот за 3 года, которые живу в Питере, ни разу не видел, чтобы в Питере столько тополиного пуха было, прям действительно, потому что обычно его не так много, а тут, видите, дождей нету, и он все, он кругом, реально, как в Курске, ну, поменьше, конечно, на самом деле, это я преувеличил, потому что, на самом деле, чем севернее, тем его меньше. Если, допустим, за северным полярным кругом, какой-нибудь там Мурманск взять или Норильск, там его вообще нету. Вот, ну, видите, осадков нету, поэтому не прибьет его никак. Он даже в квартире бывает. Вот окно открытое, бывает частично какая-нибудь пушинка залетает. Так, никуда пока не получается съездить. Знаете, хочется куда-нибудь, конечно, поехать там позагорать, искупаться. На Кавголовское озеро я съездил бы с удовольствием, да. Или в Сосновый Бор. Но Сосновый Бор все-таки дороговато ехать. Потому что дорога туда-обратно там почти 500 рублей только обойдется. Поэтому, ну, я бы хотел, честно, съездить, но не знаю как. Завтра дождь, завтра температура чуть спадет, потом там несколько дней будет где-то 22-23, потом опять будет 25, там 26-27. Вот сейчас вечер, да, и плюс 26 у нас в Питере. Поэтому такие дела. Так, я сегодня с ночной смены пришел, кстати, да, поэтому как-то я сегодня опять
Не снимаю я видео на улице, снимаю дома. Наконец-то вот зашел, забрал вот эту штатив этот, да, стабилизатор, потому что я еще вчера хотел это сделать, на самом деле. Хотел сделать еще вчера. И после работы, значит, мне проще в пункт выдачи там с электрички дойти, то есть доехать до станции, до Боровая. И там дойти, чтобы, ну, круг не делать. И я вчера, в общем, домой пошел с работы на электричку. Сел на электричку, доехал. А он работает с 10 часов утра. А я приехал там где-то без 20-10. Но я не стал, конечно, вчера ждать уже ничего. Поэтому вот взял, пошел домой. Думаю, ладно, на следующий день, мол, сегодня зайду. И вот сегодня зашел и купил. Поэтому надеюсь, что видео будут чуть более качественные. Конечно, ее надо с собой носить, а она большая на самом деле. То есть ее, если куда-то, ну, в карман-то ее не положишь, естественно. Поэтому надо будет где-то рюкзак брать. Она вот так вот складывается. Вот, вот так вот. Это самая компактная, как она сложенная. Поэтому ее, в карман ее не положишь, конечно. Такие дела. Всем спасибо, друзья, кто посмотрел это видео. Всем пока.